Полтора часа на воздухе с мячом для Марата Мубаракши – настоящий отдых. Уже много лет сидячий образ жизни. Такова специфика работы в Госархиве Республики. Сегодня более 150 его коллег также оставили свои компьютеры и стеллажи с документами и бросили себе вызов, приняв участие в корпоративной спартакиаде. Приятно, конечно, участвовать в этих соревнованиях. Пока еще первый раз. Впечатление отличное. А вот бои с мешками на бревне выявили самых ловких архивистов. Ведь задача не только удержаться на бревне самому и отразить удар, но и скинуть противника. Нужно держаться ногами, во-первых, и должны быть руки сильные. Ну, если на сабантуе участвовать в таких же соревнованиях, то можно сделать. Чтобы поддержать дух соревновательности и дойти до победной отметки, уже полюбившееся здесь перетягивание каната. На работе соревноваться особо не с кем. Ребят, вам помочь? Да! Ну, противники, держитесь! Однако здесь важна не только сила, сколько стратегия в перемещении и командный дух. А на этой площадке дух не командный, а парный. Со связанными ногами далеко не убежишь, но в скорости посоревноваться можно. Вспомнить детство, маленько отвлечься от работы, возможность вырваться, потому что когда семья, дети, не особо получается. Легкая атлетика, фигурное вождение с препятствиями. Сегодня в парке за Казани около десятка состязаний с мячом, мешками и велосипедами. По-моему, нет ничего забавнее, чем прыжки в мешках. Так соревновались в Древней Руси на Масленице на свадьбу. Тренируют ловкость, силу и выносливость, а также заряжают положительными эмоциями. Ну, попрыгали. На старт, внимание, люди связаны с книгами, и у них очень в большинстве это сидячий образ жизни, и они очень закрытые. Очень хочется мне, как руководителю, чтобы они, во-первых, между собой общались как можно больше, потому что без взаимодействия отделов внутри эта работа организовать на должном уровне невозможно. По словам архивистов, такая спартакиада – это только начало большой и доброй традиции здорового корпоративного отдыха. Юлия Муратова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, «Высокая гора».